Деньги поднимай, деньги поднимай, бро. 20-10-5-2 или косарь, бро. Папа тоже хочет сына одеть в Nike, бро. Ребят, всем привет, это очередное видео про то, сколько я заработал на перепродаже на Авито. А еще в этом видео я вам покажу то, что круче продается, чем iPhone. Не, серьезно, что сейчас было? Не вижу ни реальная маржинальность. Почему? Ну, понятно, что много товара, которое продается лучше, чем айфоны, но этот по маржинальности такой же. И напишите, кстати, вас продает айфоны, какая у вас маржинальность, и я отвечу, сколько была у меня маржинальность про товар тот, который... Ну, вы поймете, я скажу, что вот это вот лучше продается, чем айфоны. Так что всем приятного просмотра. Ставь сразу лайк, пиши комментарий. Лайк обязательно для продвижения видео. Я снимаю. Вам ничего это не стоит, мне будет приятно. Я выставляю тот товар, который там с какими-то либо дефектами, либо, ну, я не отдаю это оптом, потому что, ну, там какие-то внешние проблемы, и что-то беру просто. Вот просто попалось, я это выставляю. Я не выбираю себе товары, я реально, ну, просто то, что попадается. Я наоборот, даже то, что знаю, что плохо продается, да, я это беру. Но в этом, кстати, видео все, что продается очень-очень хорошо. И первое то, что я выставил, это был модем. Но у меня их было два. Один был черный, другой был белый. К сожалению, человек мне написал, точнее, ничего не написал, он просто оформил модем. И, как оказалось, такого черного не было, и еще и без коробки. Я ему скинул фотку, говорю, вот такой остался без коробки, как бы, если вас устраивает, я вам отправлю. Я не отправляю, просто, ну, чтобы понимали, просто так товар не отправляю, если он там как-то отличается, потому что, ну, мне зачем вот эти, чтобы люди отменяли, непонятно, отменит он, не отменит, поэтому я дождался ответа, он сказал, что да, ему подходит это, мы отправили. Оформил он вообще Авито Xmile, но можно, хорошо, что можно выбирать либо Boxberry, либо Почту России. Выбрали Почту России, потому что она ближе, и, соответственно, ему отправили. Продали мы ее за 2490 рублей. И потом, как оказалось, у меня, короче, появились GoPro-шки. GoPro-шки, я думаю, ну, выставлю. Причем, что я одну свою продал, а одна была, но она сильно нагревается. Я выставил как бы за 19990. Я был в шоке просто, реально в шоке на востребованность этого товара. Я выставил их за 19990, это вот такие GoPro-шки мини. Реально, там за сутки, там что-то было 200 с чем-то, там 3 контакта, 20 с чем-то в избранном. И те, кто написали, сразу же оформили Авито доставку. Одному я свою продал, а второму я написал, что она как бы нагревается, вас устраивает. Он сказал, что да, это нормально. Но она сильно нагревается. Ну, я его предупредил, он без проблем. GoPro-шки, реально, я офигел, какой спрос, потому что я их не убирал. А убрал их, как бы я их не убирал, мало ли человек откажется, как бы, ну, но они не отказались, они как бы забрали, просто что я не убирал его с продажи, потому что, ну, а вдруг реально, вот реально кто-то откажется, мне, а потом опять это выставлять, перевыставлять, я, даже, ну, сколько людей писало, вы себе просто не можете представить, там реально... Я просто 2 дня подождал и убрал его, потому что, ну, это невозможно было, там очень много людей писали, причем готовы были оформлять Авито доставки на них, типа, сегодня там уезжаю, мне надо, мне то, мне все. Они реально, блин, мне показалось, что намного круче, чем айфоны, потому что айфоны, ну, я опять же свои айфоны продавал. Ажиотаж тоже хороший, но вот на GoPro-шке мне показался намного больше. Так что 2 GoPro-шки были отправлены. Человек забрал, 1 отзыв оставил, 2-й пока ничего не оставил. Но не оставил, который нагревается. Но он был предупрежден, поэтому не знаю. Еще у меня подключено просто как бы... Я не продаю самовывозом. Во-первых, потому что не успеваю. Во-вторых, ну, мы собираем людям оптом товар. Кому интересно, кстати, переходите, ссылка в описании на телегу. А в-третьих, мне предложили тариф за Авито, за успешную сделку. Я подключил, очень доволен. Да, на мышке, клавиатуры, наушники невыгодно, но на всем остальном на самом деле выгодно. Там на чайники, на вот модемы, на все остальное
выгодно даже, учитывая, что если, я как покупал, да, там разовое размещение, то сейчас даже ниже стало, и причем объявления стали бесплатными. Очень удобно, прям мне очень понравилось, и я отправляю только Авито доставками. У меня ни одной продажи нет с самовывозом, только Авито доставки. Мне даже человек писал, наш склад, а вот его тут дом, он прямо рядом. Он пишет, а я вот тут вот нахожусь, вы далеко. Я пишу, да, оформляйте Авито доставку, он оформил, почты рядом. Он, походу, в эту же почту пошел и забрал в этот же день. Ну, потому что я отправляю только Авито доставка. Мне вот эти вот, мне не нравится, когда приходят там, а скидка будет, а скидка не будет. Мне проще в переписке. Я, если честно, даже трубку не беру. Кстати, обязательно берите трубку, потому что у меня жесть как упал уровень в красный. И действительно, если вы не берете трубки, это очень сильно влияет на ваше дальнейшее продвижение, какого-либо объявления. Потому что у меня очень сильно не упали. И я начал просить знакомых, чтобы мне звонили, я трубку поднимаю. Либо если вы не хотите общаться, либо отключайте звонки, или просто поднимайте, пару секунд ждете. Я так делаю, кладу трубку и все. И потом пишу в сообщениях, что мне неудобно разговаривать, не могли бы вы написать. И тогда оно выравнивается. Но если вы не берете трубку очень много раз, то действительно оно очень сильно упало. Ну там что упало вообще чуть ли не на 15, по-моему, процентов в красную. Это жесть, поэтому будьте аккуратны, это действительно очень сильно влияет. И с этими же GoPro-шками еще оформили в этот же день еще два чайника. Поэтому мы сразу все отправили. Короче, сейчас у нас оформили две GoPro-шки, вот такие Hero 11 Mini, и два чайника. Сейчас все Почты России отправим. А чайники какие? А чайники такие с регулировкой подсветки и обычный стеклянный. Кован, води. Давай Два чайника, люди тоже ничего не написали, там просто я ответил человеку, что там 40 градусов не работает. Он сказал, окей, ему пофиг. Он говорит, нет, зачем 40 градусов, я буду греть на 100. Мы отправили. Второй чайник, все с ним нормально, тоже оформили, тоже отправили. Мы все вот это вот, две GoPro-шки и два чайника отправили, все это доставкой Почты России. И все, причем, чтобы вы просто понимали, не знаю, наверное, сейчас какая-то скидка, все оформляют Авито X-Mile. Я в шоке был. Реально все объявления, все, что сейчас я буду говорить, это все было оформлено Авито X-Mile. Я не знаю, там, наверное, бесплатная доставка бесплатная или что, я не понимаю, если честно. И, кстати, очень хорошо, я заметил, что очень хорошо продаются с регулировкой температуры, причем, что они относительно от всех чайников дорогие. Не знаю, почему, с чем это связано. Но еще, кстати, ребят, очень хорошо продаются, вот действительно, я не знаю там, что у кого, у меня очень круто продаются чайники, там люди писали, да ты посмотри, сколько запросов на чайники, значит, все чайники только я продаю, больше никто не продает, и люди, которые берут оптом, также не продают, я не знаю, если есть люди, которые меня смотрят, которые берут товар, и у вас есть чайники, напишите, как они у вас продаются, мне просто интересно, что, очень странно, потому что я, прежде чем что-то отдавать оптом, я всегда это тещу, тестирую это на себе. Я выставляю, смотрю, есть ли спрос, да, значит, все. Потому что я, на самом деле, очень много неликвидного товара, которое не отдаю людям оптом, я сам их выставляю. Я понимаю просто, что через какое-то время в любом случае этот товар продастся. И уже на следующий день у нас оформили тоже еще два чайника, также с регулировкой и такое вот стекло с подсветкой. Короче, у нас оформили еще два вот таких вот чайника Почтой России, пойдем отправим. Точнее, не Почтой России, там Авито X-Mile, но мы выбираем Почту России. Причем, что, кстати, заметьте, что почти все стекло, но, опять же, у меня мало позиций, у меня там всего 3 или 4 вида чайников выставлено, хотя их
просто жесть сколько. Вы представляете, если я все это буду выставлять? Как бы хочется, вот хочется один раз просто попробовать, но не успеваю все это делать. Но в какой-то момент я, наверное, попробую очень много чайников выставить и посмотрим, какой ажиотаж на разновидность будет чайников. Будет железный, но я заметил, что стекло с подсветкой намного лучше продается, поэтому можете тоже обратить на них внимание. Они реально хорошо продаются. Я думаю, так же, как и реплика будет продаваться, так же и какие-то бэушные, и, ну, не знаю, какие еще есть. Стекло с подсветкой хорошо продается. Если еще есть регулировка, вообще шикарно. И также человек еще оформил чайник, но он, к сожалению, у меня был последний. Я его еле-еле нашел у себя на складе. Такой же с регулировкой, но без коробки. Я ему сказал, остался последний, без коробки, к сожалению, больше нет. Но он уже оформил. Он уже оформил Авито доставку и, соответственно, без скидки забрал. Ну, обычно я делаю там какую-то там, минимальную скидку, я делаю, если что-то без коробки, у меня как бы остается последнее, потому что, ну, ты с большинства уже отбил свои деньги, поэтому здесь можно и подешевле отдать. Но он сказал, да, без проблем, мне просто главное, чтобы он рабочий был. Оформил он также Авито, X-Mile. Короче, у нас оформили чайник. Вот этот вот с регулировкой, без коробки. Ну, скидку я не делал, человек просто оформил. Я написал, что без коробки, написал хорошо. Так что идем, Почта России отправляет. Но опять же, Авито X-Mile. Еще. Я в каждом это видео говорю, но, ну, не знаю, я думаю, что можно еще один раз повторить, что понятно, что это не будет приятно покупателям, но будет, как бы, это надо делать продавцам, это выставлять по всему городу объявление. Не нужно выставлять где-то в одно место, просто по всему городу. И еще, если сейчас я заметил, что если ты не покупаешь продвижение, то и просмотров особо не будет. Если вот, ну, я вот реально это заметил, потому что я выставлял, у меня раньше было много просмотров без продвижения на чайниках, там, ну, на каком-то другом товаре, да, там, на мышках и так далее. Сейчас нет, сейчас меньше, и если ты покупаешь продвижение, тогда, пожалуйста, тебе дают просмотры. Понятно, что Авито как бы идет в ту сторону, где нужно срубить денег, но вот ну, но без продвижения сейчас, к сожалению, очень сложно что-то продавать. И еще на следующий же день... Через день оформили еще вот чайник, тоже электрический, тоже с подсветкой. Позже чайник оформили, тоже Авито X-Mile. Я же говорю, этот выпуск, все, что вы сейчас видели, все оформлено Авито X-Mile. И все мы выбирали Почту России, потому что она ближе, нам удобней. Оформил, в принципе, человек забрал, хороший отзыв оставил. Короче, у нас вот этот чайник оформили Авито доставкой Почтой России. Сейчас пойдем отправим. И учитывая, что это не новый, ребят, чтобы вы понимали, это не новый товар. Это товар бэушный. Но как, относительно. Не прям такой, что, да, там, как вы себе можете представить. Это не так. Не знаю. Так что вот, на самом деле, получилась итоговая сумма за неделю, но вообще меньше, но мы будем брать неделю, потому что это мои уже проблемы, что мы там не отвечали и так далее. Получилось 50 220 рублей. Это не напрягаясь, это я отвечал тогда, когда хотел, отвечал, что отправлю тогда, когда мне будет удобно, потому что есть люди, которые оформляют и думают, что вы бежите уже отправлять, но я не продаю так. Но вообще, как бы, если у вас оформили, старайтесь сразу отправлять. Или вот я заметил, что если ты не отвечаешь там в течение 5 минут на сообщение, все, человек пропадает, он идет к другому покупает. Поэтому здесь обязательно, если вам написали, старайтесь сразу отвечать. Или вам позвонили, старайтесь тоже сразу отвечать, потому что обычно там люди пишут не одному, а там сразу 5-6 людям и ждут. Ну, либо, знаете, как еще делают вот с мышками, 100% так делают. Они пишут там, не знаю, 5 людям, да, и еще там торг возможен, и те, кто отвечают, что да, там, подешевле отдам, они у тех и берут, поэтому здесь тоже, как бы, возможно, вам стоит чуть-чуть завысить, потому что я, на самом деле, тоже так делал, что завышаю цены,
но продаю за столько, за сколько я хочу их продать, а не так, как многие выставляют, да, там хотят, допустим, мышку какую-то за 2500 продать, а вы по факту ее потом дешевле отдаете. Я выставляю там за 3000, я отдаю за 2500 так, как я хочу. Поэтому здесь тоже вы должны понимать, что вы должны продавать так, за те суммы, за которые вы хотите продавать. Поэтому здесь стоит на какие-то, если у вас нет просмотров, да, на каких-то объявлениях, стоит наоборот повысить цену. Тогда, возможно, будут просмотры. У меня лично это так работает. А если я завышаю, то люди, получается, покупают. Вот. Так что все, всем спасибо за просмотр. Там, если вам понравилось видео, за итоги за неделю на перепродажу товаров на Авито, ставь лайк, подписывайся на канал. У меня такого контента будет очень много. Мне, ну, я уже начал как бы отделять там полноценные видео, оптовые там видео и продажи с Авито. Так что реально, если тебе нравятся такие видосы, ставь мне лайк, я буду это понимать и обязательно сниму. И жду также вас в телеге. Переходите, кому интересен такой товар. Ну, он, правда, хорошо продается. Не знаю, я показываю примеры на себе, и это не всего товара, что я выставляю. Я выставляю буквально там 0,01% от того, что есть.